Здравствуйте, мое видео называется «МТС Банк. Кредитный помощник. Будьте осторожны». Я столкнулся с такой ситуацией, что я взял сотовый телефон в кредит в салоне МТС. Кредит я брал через МТС Банк. Хочу вас предупредить. При подписании договора внимательно прочитайте данный договор. Там есть очень интересная вещь, на которую вы можете попасться. В разделе «Дополнительные услуги» будет стоять такой пункт: «Кредитный помощник». В чем суть этого пункта? Что при каждой просрочке, каждый месяц больше 5 дней, у вас включается опция «Кредитный помощник». За это вы заплатите 800 рублей за этот месяц. Если у вас будет просрочка 5 дней в следующем месяце, опять 800 рублей. Чтобы этого избежать, внимательно читайте, внимательно подписывайте договор. И в конце договора вы увидите такую табличку, где указано, какие там нужно будет поставить галочки, соответственно, пунктам договора. Посмотрите внимательно по пунктам договора и откажитесь от этого кредитного помощника. И вы не будете тратить 800 рублей для просрочки 5 дней каждый месяц в МТС банке. То есть это навязывание услуг, это нарушение гражданского кодекса. А в салоне МТС вам об этом, конечно, не скажут. Поэтому внимательно читайте договор. МТС банк, кредитный помощник, будьте осторожны. Спасибо за внимание, до свидания.